неудачник. Я пойду в Москву, там из меня сделают раба, либо на органы меня разберут. Половину денег, отправленных мне Андреем Дмитриевичем на поездку в Москву, чтобы жить у него, я потратил их на лекарства, на сигареты. Я неудачник. Никто не откликнулся насчет. Неважно. Я неудачник. Я чувствую пустоту жизни. Проходит какая-нибудь девушка, они, знаешь, все так одеваются, что чуть-чуть привлекают тебя сексуально, ну, потому что мы живем в светском обществе, не в другом обществе, где они покрываются паранджой. И я даже не смотрю, я так посмотрю и иду, я даже не надеюсь. Любая девушка только посмеется надо мной. За меня отписываются, стоят дизлайки, критикуют. Я курю, пью кофе. Я не пью алкоголь больше. Так было два случая. Когда началась эта спецоперация. Я задумываюсь о будущем голоде, который нас ждет. Я не хочу об этом думать, как о смертной казни, как будто в одиночной камере. Не хочешь думать об этом, не веришь в это. А это произойдет. Мне пиздец.